Сегодня недалеко от нашего дома по пятницам базар. Овощи, фрукты, оливковое масло и так далее. Раз в неделю в разных районах города есть такой базар. Посмотрим, что сейчас есть по сезону. Брокколи по 50 центов, по евро, капуста. Рыба, кальмары по 6. Яблоки местные, груши по евро, они некрасивые, но очень вкусные, цветочки, мандарины по евро, свекла, какая у них зелень, сельдерей с корнем, шпинат, листья салата, помидоры евро 20, морковка по евро, каштаны, остатки грунтовые. Перец красный, баклажаны по евро. Фасоль по евро 70. Тора сапару. Да-да. Апельсины. Картошка, чеснок. Гранаты евро 80. Гранатовый сок по 2 бутылочку. Помидорчики по евро 30. Листья салата, мне нравится, что от корня все. Что мы имеем? Вот я с базара пришла. Помидоры. Это еще грунтовые по евро 30. Очень вкусные. Я беру одной женщины домашние. Такие сладкие. Салат. По-гречески марули. 50 центов. Такой большой пучок. Лимоны по 1,5 евро. Ну, можно и дешевле купить, по евро 30 где-то. Мандарины. Они пока мелкие, но очень сладкие и вкусные, по 1,5 евро. Потом будут дешевле. Брокколи. Вот это 40 центов стоит, 70 центов килограмм. Перец и баклажаны по евро. Фасоль зеленая по евро. Лук по 60 центов. Вот сегодня то, что надо нам было, мы купили. Такое. Греки едят брокколи. Очень просто. Я вот немножко сварила, буквально 3 минуты. Запустила в кипящую воду и сразу практически вынула. Потом беру лимон, выдавливаю на него сок и поливаю оливковым маслом. И закуска готова. Приятного аппетита!